Доброе утро. Я рад вас приветствовать в новом видео на канале SKRDUFRO. С вами Константин. И мы сегодня не участвуем. Ах, да, мы на первом кубке ЕФО, проходящем в Кореновском районе. Сегодня ветрено, распогодилось. Вчера шел дождь, но обещали, что будет плохая погода, но вроде нормально. Не знаю, слышно меня или нет, ветер ужасный. Итак, участников довольно-таки много. Как видите, практически одни Нивы. Стандарт и Нива открытая будет точно интересный. Вот. Там сгружается спорт. Есть еще одна Нива вот на военных мостах. Это все спорт. В этом году, ребята, произошли технические изменения в регламенте. И автомобили в категорию спорт начали допускать с измененными мостами, и можно поставить любой двигатель в машину. В Ниву, в УАЗик, неважно, хоть в V8 затолкните. Сейчас эта машина проходит в спорт, там только ограничения по колесам. Сергей из Целины, а база 09, хотя все говорили, что приедут на Шевике. Видим прошлогоднюю машину. Умка, Семен, еще пока его не видел, но машина здесь. Лютый, опять с крышей, Джокер, ростовские пацаны, Шилка и Котопес, Шилка водка, Котопса не вижу, Пушка, Юрасик, здравствуй, участвуешь? Да. Все, готов на зубастике также? Черныше. А, ой, да, на Черныше. Так, продолжим. Пушка, да? Помните, в том году у Лехи из Успенской была белая машина, но ей дали по кузову очень сильно. Леха подготовил новый кузов. Полностью собранная машина. Это стандарт, это все разрешается для безопасности водителя. Здесь все сделано, все открашено, все по металлу сделано. Машина полностью в заводском. Так, много участников из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Это очень радует, что география расширяется. Парни. Еще КБР. Наша местная машина краевая. Вот Миша. Сегодня участвует. Если пустят, да, стандарт? Пустили. Пустили? Все, стандартная, все отлично. Все. Я просто, у меня вопрос был, я только что Лехину показывал 0.20 пушку, у него тоже резаные арки. В том году прям придирались к этому. Ну, если, грубо скажем, УАЗик можно резать, да, то я думаю, в принципе, и Ниве арки немножко. Нет, колеса, да, у вас Сильвера были, я помню. Сильвера, нет. Такие было у вас маленькая. Не, сейчас, да, Максисы. Да. Ладно, пошел еще дальше пройдусь. Ну, стандарт, как всегда, очень много. Нива и стандарт, больше ничего. 14? Ну, кайф. Юрасик, не знаю, как он сегодня поедет. На прошлом этапе, 2 недели назад, у него были большие проблемы. Так, вот это очень интересно. Будет, не будет участвовать. На таких бамперах тоже опасно. Это Нива открытая, Сашка. С рулейным гонщиком. И это тоже краевая машина. В общем, ребята, сегодня первый этап покажет, кто как едет, как машины готовили. Дело в том, что в этом году в межсезонье было, ну, очень много таких моментов внутренних, потому что изменили регламент, как в Северо-Кавказском чемпионате, в Южном. И, естественно, край тоже взял эти, получается, весь регламент. То есть технические изменения, вот разрешили мосты, были большие споры, стоит, не стоит. Но организаторы тем самым сделали проще, получается, категории спорт. Теперь категория спорт — это такой небольшой анлим. То есть теперь в Ниву можно там впихнуть хороший двигатель, там какой-нибудь 2-литровый или 2,5 литра, поставить мосты. Сегодня покажу одну машину. Ее вот сегодня в этой конфигурации первый раз она будет участвовать, поэтому будет очень интересно. Погода, блин,
хоть солнечно, но холодно, ветер. Извините, если меня не слышно, буду стараться вставлять, если совсем слышно. Ну, а нам хорошего дня, вам приятного просмотра. И давайте смотреть. Итак, по поводу первого этапа видео, с первого этапа края, я что еще хочу сказать. Я знаю, что я много бегал, и очень мало хороших моментов получилось снять. Сегодня бегать так много не буду. Я сегодня, к сожалению, один, без помощников. Вот. Встану на одном месте интересном и буду снимать. Я думаю, так получится поинтересней. В общем, переодеваюсь, сапоги, куртка и погнали в бой. Представитель Клуб Фокс 4×4, город Исландиев. Станица Павловская, своя Калина. Чемпионы. В этом году по-любому. О, ребята. Это Кыш, это не Лютый. Идет. Так, вот такая спринтовая длинная трасса. И самое интересное место, получается, спускается вниз. И будет лютый подъем. И все говорят, что не заедут. А ну, все отлично. Но после 10-го круга, конечно, будет интереснее. Отлично идет. Нива борется с УАЗиком. Тяжело. Так, Макс наваливает прям уверенно. Опасно, но уверенно. Чижик. А чё жопа не работает? Задний мост не работает. Нет, работает. Макс. Жека. А, Жека с Юрой на разных машинах. Дальше бери, да и все. А вот и Лёха с Успенки. Пушка приближается на новой машине. Первый выезд. Лёха залетит! Хорош! Я в Лёхе вообще не сомневался. Хорошо, машина собрана. Чижик проблемно. Так, Киш пошел на второй круг. Нет, не хватает. Давай, 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 давай. Так, УАЗик поломался что-то. Макс на второй круг. Жека, Миша. Ох, хорош. Пацаны из Староминской. Прошел. Никак. Леха на второй круг. Леха, давай. О, сильно, Леша, не надо так делать. Молодец, машина держит. Наконец-то появился лютый. Ой, в передачу. Боком, 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 боком. КБР. Пацаны не знают, что такие, что такое тормоза. Кыш прошел. Все четыре, по-моему, оторвал в моменте. Красивая машина. 0.9. Номера 089 номера.
Да что ж, все не тянет. Ну уже, уже. Уже лучше. Джокер. В принципе, все едут в хорошем темпе. Аккуратненько. Все на трех колесах выезжают. Вот и Юрка. Из Армавира. Боком. Залез. Опасно. Это пацаны в этом году только начали гонять. Мы видели эту машину на февральских окнах. Все в порядке, выехало. Участвуют, как вы понимаете, стандартные автомобили на стандартной резине. УАЗики 31 колеса, Нива до 29 получается. 30 нельзя уже. Нельзя там дорабатывать мосты, усиливать, лифтовать подвеску. Разрешили шноркели, потому что, ну, водные трассы. Так, не вижу пушку. А, нет, все в порядке, все здесь. И вы в гонке. А, Миша не заехал. Леша молодец. Ох. Вот что начинается. Третий, четвертый, пятый круги. Начинаются вопросы. Так, люди уже стоят. У Миши. Пошел. Заехал. У Миши что с машиной, Миша? КПР. УАЗика колхозные мосты, 31 колеса. Крыш. Есть контакт. Что-то клацнуло. Затроила машина. Еще одна попытка Нивы. Нет. Невасики. Не могут заехать, у кого проблемы с тягой, с машинами, с движками. Нет, 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 не хватает. А вот и пробка. Нет, все, скорость потерял. Макс. Давай, давай, вошел. Леха вылез. Вот это жесть. Что за экшен? Еще попытка. 0,7, давай, 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 давай. Миша, 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 опасно. Нет. У Миши Максисы. По идее хорошая резина, но почему-то не чистится. То ли плохо травлена. Еще раз попытка, 81-й, нет, 31-й, нет, боком плохо. Хорошая машина, КПР, без проблем. Миша, давай, Миша, ой, нет, не зацепил, не зацепил. Не тянут машины. Хороший разгон у Чижика, но нет. Хороший шанс был выскочить. Вот, собственно, все, кто не могут подняться, сбросил. Зря сбросил.
Нет, не получается. Так, давно не было новых. Где-то что-то произошло. Видимо, там на яме еще встали, на горке. Так нельзя ездить. Должен. Максим. Макс потерял скорость, не поднимется. Наконец-то! Зря сбросил. Ой-ой, молодец! Да ладно! Рискнул и проехал! Прошел! Макс должен! Машина хорошо крутит! Лехи давно не вижу! Оскар не стухнет! Ремень на месте? Заехал, молодец. И лютый заскочил. Вот едут УАЗики, молодцы. Наша Нива косяк не едет. Вот это? Вот это 07. Откуда она? Наша, смотри, не поздно. Уже дал где-то. Леха бережет машину, первый выезд, кипит, какие-то проблемы. Может быть, с помпой, не знаю, почему-то кипит. То ли пробку, может, когда не прогнали. Вот видно, резина у кого-то работает, у кого-то нет. То есть как у Лехи чистится, да, резина, он гонит, и от вращения колеса получается, что все раскидывает. А вот машина стоит и не хватает ей вращения. Боком. Ах, вышел, молодец. Как всегда, стандарт, это просто пушка. Очень зрелищно. Как всегда, и заедет сейчас на трех колесах. Да, молодцы. Уверенно. Оскар не получается. Миша с Рамисом не попал в передачу. Заехал. Мотор хорошо крутит. Так, Староминская, немножко контакта. Но это не специально, он просто сдавал назад. Запускается. Специально бить машины нельзя, конечно. Колышек на месте. И заглох. У лютого мотор крутит хорошо, колеса стравлены. Поэтому выезжает без проблем. Вот резина, видите, даже без хода он поднялся без проблем. Просто чистится за счет вращения колеса. А здесь вот резина, видите, она просто монолитом. Должен! Вот так вот надо заехать. Кыш обогнал Леху, как я понимаю.
бережет машину, едет уже без агрессии и хорошо заезжает. Армавирский экипаж 077 КБР. Где-то прыгал на рычагах трава. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть. Но... потерял скорость. Да, все. Здесь раздатка. Очень похожа либо на пару, либо на раздатку. Все, переда нету. КБРу надо больше разгона взять, не заедет он. Адреналин, он просто сейчас перекроет всем дорогу. Да куда? Тут на полном приводе подняться не могут пацаны. Я пока отходил. Нери, где АК? Тебя тут в спорте не хватает. Будет в следующий раз, будет. Через две недели? Через две недели. Все отлично. Нормально разворотили вообще. Да. Я, к сожалению, пропустил от грязи, убегал, пропустил этот момент. Хорошо. Димасик. Давай, давай.
как она выжила? А вы говорите, Нивы рвутся! Хороший был бампер, я говорил, что он, ну, ненадолго. Ну что за ЧПшники, ну как у них это против получается? На пёса делают. Все, он зацепился, и теперь они в спарке едут. Я вам вещи сохнул. Не надо, уже правда. У меня батарея без лаги, это всё. Да! Пацаны из КБР уехали, а там засада грязная. Не могут выехать теперь. Тут шатун или вкладыш, ну что-то с движком. Так, у Оскара что-то со сцеплением буксует. Наконец-то! Наконец! Уехал с трассы, тут горка, яма получается водяная, уперся еще в куст и, короче, встал, расклинил сам себя. Что, брат, не повезло, да? Заставочная фотка. Потеплело. Это радует. Сейчас перерыв между классами. Что, ребята, как всегда, стандарт порадовал зрелищной гонкой, лютым сражением, порванными машинами. В общем, как всегда, сурово. У Нивы открытой сегодня масс-старт общий. Хочу его снять, и потом идем на яму. Ну, я думаю, яму там все проедут. По идее, у Нивы сегодня даже лебедок не будет. А там посмотрим. 7 Нив. Почему Нива открытая называется? У меня спрашивают в комментариях люди. Нива открытая, это потому что, чтобы... Это единственная категория с агрессивной резиной, где нету пробок. И они проезжают ходом везде. Поэтому Нива открыта. И Нива, она, ну, самая проходимая машина, которая считается в России. Сейчас у вас заводы просто там взрыв будет. Ну, у вас заводы, туристы. Вот посмотрите трассу. Вот сейчас вот начнется категория. А там начнутся опять пробки. Категория туризм. Вот человек опытный подтвердится. Дегей. Вешка. Вот и все, Crazy Frog минус. В первую яму заезжают. КБР лидирует. Целина вторая. А база третий догоняет. Зубастик четвертый. Умка обгоняет. На четвертое. Шилка. Заключительный. Все, проехали все своим ходом. А база уже догоняет КБР. Дымит. Умка. Нет, Унка четвертый, Целина на третьем месте. Заходят в поворот, там тоже грязь. КБР выезжает на трех колесах, а база уперся, но получается.
Так, Умка вырывается на третье место. Хороший поворот. Все боком. Абаза вторые, Умка третий. КБР лидирует. Серега из Целины догоняет. Шилка завершает. Все, и все уходят на речку. Так, у пацанов неприятность. Это пара. Участники возвращаются. После горки у них там шахматная доска. А, нет, яма, и сразу будет шахматная доска. Это Умка воткнулся. Шахматную проезжают без проблем. А, там три ямы, там две или три ямы. Ох, что делает Семен! Отчаянно, так нельзя ездить. Остановка. И на второй круг первым приезжает экипаж из КБР. Легко. Шилка пошел на второй круг. В завершение второго круга Абаза уперся. Нет, Семен уперся. Проезжает просто в наглую с отрывом колес. Машину не бережет. Как он сказал, серая лошадка. КБР завершает второй круг. Надо остановиться. Есть остановка. Умка второе место. Абаза. Остановка. Пошел. Так, и Сергей из Целины на четвертой позиции. Еще две машины. Вижу Зубастика. Лебедятся пацаны, не рвут, правильно, берегут. Лучше доехать, чем сойти. Я еще думаю, вот так завожу. Решил я... Опа! КБР первый. Переворот в повороте. Слишком быстро. Не знаю, я только камеру включил. Успел, не успел. Получается, Семен сейчас лидирующая позиция. Абаза второй. Штурман вылезает, все в порядке. Ух, ребята! Что за этап? Сергей, третья позиция, получается, три белые Нивы. То ли разул колесо, не знаю. Достаю трос. КБР продолжает ставить машину на четыре колеса. Четвертый, по-моему, круг. Первый едет Умка. Семен, ты что творишь? За ним едет Абаза. И Сергей, получается, из Целины догоняющий. Третий. КБР на колесах, но они, получается, уже на круг отстают. Ох, видели, как колеса заламываются? Рискуют все. Гонка очень быстрая. Почти как стандарт. Ни одной лебедки ни у кого. А, нет, Зубастик лебедился, но это... Абаза прям выкручивает, но не догоняет Семена. Семен очень большой темп взял. И вот парни догнали на круг. Вот и обгон! Теперь Семен будет догонять.
Ой, что? Поставил колышек, все по правилам. Сергей из Целины не смог своим ходом работать штурмана. Все, давай. Раскатали трассу. Пошел. А база выходит, ну, продолжает быть на первом месте. Альберт за рулем. Марат штурман. И тут все в порядке. КБР поставил машину, все в порядке, помят капот, ничего страшного. Парни, получается, на круг отстают. Подвеска Фолинг в том году сделал, был на празднике. Семен, вторая позиция. У Семена хороший опыт, он получается из Анапы, очень много держит, машина прощает ему. Газу надо. Вот и все, вот так вот и есть. Ой-ой-ой-ой. Сергей. Ну сколько круг получается у парней занимает? Минуты 2.5-3 максимум. Очень быстрая гонка. Фолинки задний мост. Ну, Сережа немножко аккуратнее проезжает. Не договорил про Семена. У Семена это дебютный получается год. Машину строил сам, долго, тщательно смотрел, изучал, построил машину. Вот она, вторую гонку получается едет. У него очень хороший накат. Это экипаж из Анапы. И они очень много ездят по барханам, по пескам. Ну, большие перегоны, скоростные, поэтому он вот имеет неплохой темп. А на фоне у нас получается экипаж из КБР завершает очередной круг. Но из-за переворота они отстают на один, получается, от всех. Так, Семен почему-то вроде ехал быстрее, сейчас темп упал немного. А база останавливаться не собирается. Это, напомню вам, чемпионы Южного федерального округа в 22-м году. И чемпионы Северо-Кавказского федерального округа, тоже первое место в Ниве открытое. Держит машина, держит такие прыжки.
Сережа на третьем месте. Целина 4 на 4. Формула оффроуд. Это вот все. Целининские грозные парни. Шилка. Ростовский экипаж. Ребят, я перепутал. Это был не Шилка. Это были КБР. Шилку я давно не видел. До газа вот здесь надо давить, Славик. Молодец, хорошо. Гонка продолжается, проходит круг за кругом, а база... Одно колесо. Передняя левая лопнула, без блокировки заезжал. Да, два. А базы нету. Закончил. Обновили Семена немножечко. А база, да, наверное, закончена. Я вот чуть базу попал. Минус зеркало у Семена. Идет там тишина, бьяуа. У Сереги всегда такие бешеные хода подвески. Заднего поста просто лютые. Пацанам сегодня не повезло. Нива открытая завершила заезд. Многим трасса не понравилась. Ну, мне нравится, честно. Что
нету лебежений, мало суровых участков. Ребята, это трофи спринт. Это не триал, где нужно только на лебедке ехать. Это не RFC, где суперсложное прохождение глубоких бродов, камней и так далее. Это спринт. И то, что мы привыкли к трассам, где нужно там лезть в гору 14 метров и каждый круг проезжать на лебедке, такая трасса имеет место быть. И это очень хорошая школа, вот именно скоростная гонка. То есть в плане рулежки, в плане соперничества. Я считаю, для первого этапа это отличный вкат, отличная проверка движка, подвески, приводов и так далее. Поэтому Абаза чемпион. Семен просто красавчик. Зубастику опять не повезло, его все-таки порвали. И Целина третье место. Ну, он еще покажет в этом сезоне. В общем, а КБР пацанам, увы, не повезло. Увы. Задний редуктор, привет. Че, порвали? Опять перед, бля. Опять перед? А я думал... Пружин нету. Да все на месте. Не провернутые. Посадка. Кстати, эта машина, она у нее бывает шаровые вылетает. Она вот так вот обычно приезжает на трех колесах. Ну, одна пружина, да, а вторая отсутствует. Итак, Умка, машина из Анапы, собрана полностью на Харьков. В блокировках привода, два амортизатора спереди. Вынесены рычаги на 2,5 сантиметра, как у всех. Но она очень красивая, очень хорошо собранная. Но есть один нюанс. После его прыжков получается согнулся иштехномост. Вот. Она даже не на фулинке, она на всех стандартных рычагах. Ну, в смысле, крепления стандартные. Панара. Домик от солдатик от иштехно, дисковые тормоза. Сзади тоже Харьков полуоси, блокировки. В этой гонке он на двоечных парах. В общем, и на CST резине. Категория туризм. Стартовала два автомобиля. Сергей Новиков из Целины. И УАЗик с 34-м регионом. Видимо, волгоградский. На военных мостах абсолютно спокойно едет. Две машины. Серега, как всегда, из Нивы сразу в туризм, молодец. И тачка живет, и штурман мощный, не устает. Че-то УАЗик не едет, да? Не вовод. Эй, не вовод, Валерка. Поедет, УАЗик поедет всегда. Вот, две машины, как мы говорили, организаторы говорят, три, я говорю, нет, три не проедут. Да. Им надо было на всю вот этот туннель делать, тогда да, бы да. Было отлично. Не, на самом деле, трасса немножко не такая. Да, нормальная трасса. Не. Трасса трассе рознь. Да. А что такое? А, через блок хочет? Я так понимаю, это спорт? Это туризм. Туризм? Спорт на Альбизе, Нива на военных и... Шторм вот он. Давай, поедем, Тома. Нива едет. Она легче. Серега, ты как всегда. Серега, это моя машина, блядь. Ты себе чуть не купил, да? Да.
Герман, тебе бы весу набрать. Идет. Молодец. И Невасик выезжает. Серега уже три круга привозит УАЗику. Если бы у него пива в руках не было, я... Оп, в свою же ямку. Так, дальше в категории спорт у нас Нива на УАЗовских военных мостах. Какие-то бешеные амортизаторы. Сантиметров по 70, наверное. Без всякого тюнинга, то есть просто рулевой от УАЗа. Механик. Так, и как обещал показать Шевика. В общем, что сделал Нальбий? У Нальбия из военного моста переделано в СРПМ и в редуктора. То есть спереди независимая подвеска. 35-е колеса, но они чуть больше 36-х. Вот так вот у него получается выдвинута передняя ось. Так вот выдвинута задняя ось, тоже колеса. Здесь просто военный мост, грибы Иштехно. Мотор 1.8 на дросселях. Самое интересное, как оно все будет ехать, жить и так далее. Потому что ты на 35-х колесах рвал нивовские редуктора, решил переделать. А глубоко. Работает там только на лебедке. Поставили КамАЗ для якоря. Так, Нива на УАЗовских мостах. Заглох. Тоже троит машина. Морду закинул на льбе.
Тут более злая траектория. Там УАЗик накопал вот именно в этом месте. Лебедка не тянет. Тяжело машину. Там получается перелом и вниз идет. Трос получается неправильно работает. Усилие бешеное на лебедку. Сейчас порвется, блин. Пытается. Идет потихонечку. Пошла. Тяжелая траектория, конечно. Не рвется, молодец. Нива легкая для мостов. Можно прямо усилия бешеное давать. Бортовые разгружают все. Давай. Поплыл детан, плывет. Ебать, там глубоко. Дверь, братан, дверь! Нальби, красавчик, даже дверь не тронул. Мужчина! Стартер. Нивовский стартер. Троит.
Storm из Гулькевичи на новой резине от CST. Это CL21M. Вот такая вот резина. Вот с таким вот огромным протектором. Колесо весит 50 килограммов, только резина одно. Но это патрол переделанный, поэтому патрол мосты должны, в принципе, держать нормально. Еще глубже сделали. Это уже категория экстрим. Блокировки не вижу. Отходим, пацаны. Дверик, дверик, дверик. Выезжает. Морду закидывает вообще без проблем. Оп, колеса, лебедка, колеса. Тоже уехал с коридора. Коридор вот здесь, вот он уже полностью корпусом. Он, по идее, также должен вернуться на трассу. Это, ну, неправильно. Ну вот, то есть он за трассой получается. Ему сейчас надо... Да, он выехал, то есть трасса, вот он уже на два корпуса, ему сейчас, по идее, развернуться, и также надо заехать. Правильно, как Марат говорил, где ты выехал с трассы, там туда же и заезжаешь. А, заклинило колесо. Отходим. Нет, нет, все нормально. Вот вам патрол мосты, тяжелая резина и шрус, который порвался, или полуось. Дверик, конечно, молодец. И гонщик, и штурман, еще и оператор. Вертикалка, лебедка, КамАЗ дрожит. Резина роет просто мощно, но не чистится. Плохо чистится, прям очень. Не знаю, почему, то ли грунт у нас злой такой.
Держу тебя сейчас. Точно нету, порвал. Полин, крифт, амортизаторы. Это сделано из патруля. Шторм. Вот такой вот финиш. Скажи, пожалуйста, Гия, почему категория называется Нива открытая? Потому что Игорь с нами, он главный невобот. Ну, три Нивы. Пять, было пять. Было тут так, солнышко не видно просто нифига. Да Нива, Нива. Это потому, что... Почему Нива открытая? Потому что люди раскрывают возможности Нивы. Во, это хороший ответ. Это хороший ответ. Просто не окна, просто окна не открываются. Кто там газует? А, это уже местные бандиты. На этом заканчиваем сегодняшний этап. Он был крутой. Мне понравился. И трасса понравилась, и машины хорошие. И как ехали, отлично. В общем... Спасибо, что были с нами. Через две недели второй этап Кубка ЮФО. Он будет проходить в станице Староминская. Трасса будет отличная. По поводу нас, будем ли мы участвовать или нет, не знаю. Но там будет намного больше кворум. Я надеюсь, там приедет туристов побольше, Нива открытая побольше. Некоторые машины еще не успели доработать. Начало сезона, так всегда бывает. В общем, ребята... Спасибо, что смотрите. Спасибо, что на соревнованиях подходите, здороваетесь, жмете руку. Очень приятно. Всех запомнить, к сожалению, не могу. Но стараемся для вас, чтобы вы смотрели видосики на YouTube. И развивали спорт, автоспорт, трофи-спорт и так далее. Всем спасибо. До скорых встреч.